Сейчас будем делать теплошумоизоляцию напыляемым утеплителем Полинор металлической ванны. Сначала накрывочный слой наносим, потом ждем, пока он высохнет, и наносим уже толстый слой после этого. Вот кому-то достанется ванна уже с шума, теплоизоляцией. Все, накрывочный слой готов. Сейчас подождем минут 10, будем наносить уже пенит. На стандартную ванну ушло 2 баллона полинор. Слой получился примерно 4 сантиметра по всей поверхности ванны. Все, ванна у нас готова. Сейчас проверим звук обычной металлической ванны, без полинора, и ванну, которую мы напылили. Вот слышите, да, конкретный звук металла. А вот ванна, напыленная полинором. Такой плотненький звук. Все тихо. Теперь ванна будет теплая и не будет греметь, когда будет в нее наливаться вода.